Польское телебачение представляет. Фильм со страшной названием. Частка 12. Сценарист Ежи Немчук, композитор Ян Поспешальский, режиссер Лешек Галыш. У фильме выступают Татун, Мамуна, Вил у постаті Соніка, малый великан Гиг, Тока, Пінек и Хоболт, дядок Лесовик, Ди Марбас, Форон, Абігер, Амендер и інші марбати. Марбачі. Марбаты. Идут марбаты. Віл, сховайся на страсе. Я переутворюсь у павука, и они меня знайдут. Сяди тихо. Марбаты идут. Шукаем, шукаем, мой следопыт. Добрый следопыт. Следопыт вышел на след. Раскинуть сено. Дивное дитя. Выходь. Еще чего? Я вас не люблю. Я вытягну его. Ведите селянина. Это твое дитя? Это? Кто его ведает? Я ранее его тут не бачу. И оно не выглядит, как дитя селянина. Неподобное на его. Мы иначе с ним поразмовляем. Ты топчешь груши. Я не лажу по твоим столе. А так можно? Следопыт знайшов еще нечто. Это не дитя, Юн. Перестань, мама. Разважливый хлопец. Можно нам с мамой развітатися? Только хотенько. Я подумал, что як знают мяне, то не будут шукать Соника. Ну и треба допомогчи Гигу, не хвалюйся. Я вернусь соколом. Будь осторожный. Треба поведомить Марбасу. Мы сами не справимся. Дитя, якого я шукаю? Ты трохи припозднился. Я старше, чем тебе здається. Я загадываю тебе идти за мною на Гельберг. Мне не хочется.
Коли ты не послухаешься, я загадаю раскласти вогнище над твоей головою, а поздней загадаю порубать дом. Я и так сяджу тут, як у вязнице. Шефе, марбаты забрали Бива и великана. Вы добро подумали. Это вельми небеспечно. Вы ведаете, как прымается з Нікалін? Это на всякий выпадок, коли плятающий аппарат начал опадать. Готовы? Наступный. Увага, скачем. Увага, приземление. Усе есть. Я есть. И я. Не хвалюйся, малый, мы с тобою. Приятно иметь компанию в такой ситуации. Перевага на нашем боку. Нас четверо. Але я голодный. Ты справишься с кратою? Яна хіба моцная? Хопіць? Можеш пустіць? Ми по другім баку. А я? Ми принесем тобі поїсти. Що робім? Може постукаєм? Гэты хобал, ты як нешта прыдумай, не прышы сабаку хвост. І што скажаш? Стук-стук, добрый дзень, я хобалт, адчыніце. У дзверы трэба стукаць. Я знайшоў камень. Нікога няма. Ёсць каморка. Тихо. Усё ў парадку? Нешта грукалася. Адчыніць. Найлепшие идеи диктуешь живот. Только лечил, что с головы выходят только голодные ковалки, а смачные идеи только с живота. Пераклад Эльвира Сянкевич. Читали Симон Деруся.